Я уже и говорил и президенту КО, и членам совета, и открытое письмо им написал. Вы знаете, если вы организация, которая, целью которой является развитие легкой атлетики, то вы сделали все, чтобы ее разрушить. Вот вы представьте себе, с января месяца наши спортсмены не участвуют в международных соревнованиях. Значит, у нас что происходит? Я не могу как государство финансировать сборную страны, значит, это все падает. Дальше, я не могу финансировать центры тренировочные, то есть это все закрывается. У детей нет мотивации.